Честно говоря, мы не ожидали многого, отправляясь к водопаду Чучхур. Не самый высокий и не самый полноводный в этих местах водопад не обещал ничего грандиозного. Небольшой подъем от поселка, примерно 200 метров, и вот нам открываются грандиозные панорамы. Водопады и скальные отроги с одной стороны, и зеленые мирные склоны горы Муса-Читара с другой. Дорога к водопаду заслуживает отдельного внимания. Не так давно до водопада можно было бы доехать джип-туром, но уже сейчас на авто сюда нельзя. И это очень здорово, как по мне. Бесконечная галерея гор заслуживает неторопливого созерцания. И даже жалко было бы промчаться мимо, толком не рассмотрев хребты, водопад с журчащим названием Джугутур-Лячат и одноименный ледник, которым он питается. После Джугутур-Лячата серебряная полоска каскада водопада Чучхур кажется особенно трепетной на фоне горных круч. Ну и куда без подъема? До самого водопада придется набрать 100 метров высоты. И еще 100 метров до его верхней ступени. Ну а если еще чуть-чуть постараться, можно наградить себя великолепным видом на долину реки Домбай-Ульген, которая простирается внизу. А здесь наверху раскинулась долина реки Чучхур. По ней тропа бежит дальше, к перевалу Чучхур. Но так как съемка заняла у нас много времени, это конечная точка маршрута. Набрав чистейшей воды из речки, мы собрались было сварить походный плов.
Но внезапно начавшийся дождик заставил покинуть нас ветреное местечко и спуститься вниз. И словно назло, как только мы спустились, небо разъяснилось. Немного обидно, но так красиво, что и ладно. Немного прогулявшись к речке Тыш, мы отправились в обратный путь по залитой солнцем долине. Дни в Домбае пролетели как кометы, и даже не верится, что возможно уехать отсюда и оставить эти горы на растерзание другим туристам. Но все-таки пора прощаться.